На закате риф меняется. Охотники знают, что они должны выходить из укрытий и искать пищу, которая так неуловима днем. Столкновения между хищниками неизбежны. Даже если ни один из них не является частью рациона другого, они должны мудро выбирать лучшие места для охоты и, следовательно, отмечать свое территориальное превосходство. Геометрическая мурена угрожает крылатке судорожным движением головы. Напряженность между ними будет становиться все более очевидной. Но правда в том, что риф достаточно большой и плодородный для них обоих. Было бы лучше найти новое место. Крылатка извлекает выгоду из преимуществ, которые ей приносит ночь. Она осторожно разворачивает плавники, чтобы медленно загнать добычу в угол. Когда появляется возможность, она быстро атакует сверху вниз, своим открытым ртом проглатывая улов.